Завершилась третья неделя со дня объявления о частичной мобилизации. Резервисты из Щелково, Фрязино и Лосинопетровского продолжают прибывать в военный комиссариат для отправки на спецоперацию. В ряду мобилизованных – мужчины, за плечами которых годы службы в вооруженных силах по востребованным армейским специальностям. Харизматичный актер Павел Устинов служил во внутренних войсках. Еще в армии щелковец четко усвоил, что правильно подобранная экипировка в зоне боевых действий спасает жизнь. Спальный мешок, коврик, там носки, трусы. Надо надеяться на свои силы в основном. По возможности закупать, чтобы было комфортно, удобно и форму, чтобы обязательно была защита суставов, от растяжений, супинаторы покупать. В общем, по максимуму, чтобы была возможность выжить. Это самое главное. Помните Станислава Петухова из Фрянова? Ему дали отсрочку, чтобы расписаться с любимой. Рядового стрелка провожают на переобучение родные и маленький сын. Бегать, прятаться, ну, я считаю, это не по-мужски. Я зажжу бежать. На лицах мужчин не видно растерянности. Они знают, зачем и почему находятся здесь. Мы обязательно вернемся. Ждите нас живыми. У входа в автобус резервистам выдали индивидуальные коврики и полные пакеты с водой и выпечкой от щелкового хлеба. Любая поддержка словом и делом нашим ребятам сейчас крайне важна. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Сергей Василевский. Щелковское телевидение.